Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the eighth round. Box battle will break down. For the beat in the rhyme tone, jump in the cyclone. S-U-L-E-S, yes I know. The rap team vaccine, pack red team for the mark. Up the best seat, off the walls, getting the gorilla tag team. What's up now, duck down, suck, they can't breathe. Yo, you know the routine, the demon effect, please don't step. You wanna be one of my pet peeves, huh? The more beef, the better. Sounds strange, you all wanna creep together. Okay, in the club with a cheesy sweater. Начали. У тебя есть план? Что нам делать дальше? Мои планы закончились, так как Джонсон постоянно нас выслеживает. И этот пистолет без луж, надо его выкинуть куда-нибудь. Потому что могут нас отследить. Стоять, Джек! Обернись! Ты тот. Коллега, это очень сложный случай. Я даже не знаю, что мне с ним делать, он может даже не выкарабкаться. Это очень сложный случай, я вас понимаю. Но вам придется произвести эту сложнейшую операцию. Вы думаете, что это риск стоит того? Да. Это бывший заключенный, вы понимаете, сами. Ну, каждый человек достоин жизни. Там даже он пускай не мерзавец, он все равно это достоин. Хорошо, я возьму за это дело. Скальпель.
вышла кровь, есть признаки живых нервов, нервных окончаний. Зажим. Где? Доктор, где? Что со мной? Вы находитесь в тюремном госпитале. Вам произвели сложнейшую операцию, и вы чудом выкарабкались. Вам необходимо будет сейчас отправиться в камеру, где вас ждет старый друг. Возможно, вы его не помните. Со временем к вам должна вернуться память, и вы все вспомните. Сейчас вас отвезут в камеру. Номер 666. Открыть 666-ю! Сказали, что я попаду в камеру со своим знакомым. Я знаю тебя? Нет, я тебя вижу первый раз в жизни. Просто мне сказали, что у меня будет потеря памяти, и я могу тебя не помнить просто. Все ясно. Дело в том, что я вижу, ты нормальный, и с тобой можно о чем-то договориться. Я правильно тут мысль? Да. Мне отсюда надо срочно бежать, я тебе говорю это. И честно, я не хочу тебя подставить. Ты со мной или нет? Да, я хочу выбраться из тюрьмы так же, как ты хочешь, и ты. Ну что, значит, мы подумаем об этом. Придумаем план, да? Ну давай что-то думать. Что ты делаешь? Я изучаю карту Белоруссии. Я, кстати, нашел атлас, какой-то заключенный здесь его ставил. И я нашел неплохую дорогу, как мы можем добраться до границы. Ну а дальше уже посмотрим. Сначала нам нужно узнать, как нам сбежать из этой тюрьмы. Ты говорил, об этом что я тоже позаботился. У меня есть небольшой план. Ты говорил, что в нашем тюремном блоке есть подкупной охранник. Да, есть. Его зовут Эндрю. Ну, или как в Беларуси называют, Андрей. Андрей? Андрей. Думаешь, Эндрю нам поможет? Я уверен, потому что за деньги он готов на все. На следующей перекличке надо с ним поговорить. Ты подзовешь его в камеру, а я с ним решу этот вопрос, хорошо? Хорошо. Перекличка! 666-ю открой. Эндрю, нам нужно с тобой серьезно поговорить. О чем вы хотите со мной поговорить? И, во-первых, я не Эндрю, я Андрей. Могу поспорить, Эндрю — это какое-то матерное слово на английском языке. Эндрю, к нам дошли слухи. Андрей, к нам дошли слухи, что ты берешь взятки и помогаешь. Я не беру взятки, я честно служу Беларуси. Мне так кажется, ты нам лжешь. Я не лгу. Потому что мы хотим предложить тебе 2,5 миллиона долларов. Я согласен. Что вы хотите? Нам нужно сбежать отсюда. Все, что я могу сделать, я могу оставить открытую камеру. И нам нужны 2 формы охранников. Я этого сделать не могу. Хорошо, Эндрю. Андрей. Ты уходишь с нами или нет? Да, я ухожу с вами. Хорошо, тогда завтра в 8 часов вечера на перекличке ты забудешь закрыть нашу камеру. Хорошо, я согласен. Деньги. Я буду ждать вас в комнате охранника. Деньги отдадим мы тебе на волю. Хорошо. Время. 7:57. Пора. Открыть 666-ю. Вы готовы? Через 3 минуты выходим. Что, уходим? Пошли.
крепче через это окно. На нем есть какой-нибудь замок? Что-то нет, в комнате охранников оно открыто, потому что никто из заключенных сюда не пробирается. Но в крайнем случае здесь всегда находится 2-3 охранника. Ну теперь ты один? Да, я один. Нам ничего не угрожает. Нет, все будет хорошо. Мы что на той стороне? Свобода на той стороне. Там нету никакой сторожевой вышки, нас нигде нет. Нет, ничего. Уходим. Я открываю? Да, открывай. Что это было? Нас обнаружили. Быстро в камеру. Уходим! Я за что-то зацепился. Извини. Эндрю неплохо меня приложил, чтобы спасти свою задницу. Почему у нас не получилось бежать? Эндрю в этом не виноват. Боб, который сидит в камере напротив нас, рассказал мне, что это была проверка нашего блока, и нашу камеру нашли незакрытой. Но я успел убежать и притворился, что я сплю, и поэтому охранники подумали, что убежал только ты, и поэтому тебя нашли. И что теперь со мной будет? Видимо, тебя отправят в карцер. Это самое мягкое, что с тобой может случиться. А самое так, плохое? Могут прибавить срок? Могут еще прибавить 5 лет срока. Открыть 666 туры. Заключенный Джей, вы переводитесь в карцер. За что? Ты знаешь за что. Уходи, к стенке. Закрыть всю 66-ю.